С началом следующего года у кыргызстанцев появится возможность приобрести железнодорожные билеты до Москвы на 20% дешевле. Такая договоренность была достигнута в рамках реализации протокола Кыргызско-Российской межправительственной комиссии между государственным предприятием «Кыргызтемиржолу» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги». По итогам этих нововведений будет проведен мониторинг пассажиропотока для дальнейшего принятия решений. Подробности смотрите далее. Теперь все желающие посетить Москву смогут с 1 января следующего года приобрести железнодорожный билет дешевле на 20%. Все потому, что в ходе переговоров и встреч двух стран достигнута договоренность между государственным предприятием «Кыргызтемиржолу» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» о снижении коэффициентов индексации к стоимости билета от 18 до 19% в зависимости от категории вагона. Это новшество войдет в качестве эксперимента с 1 января по 31 марта 2020 года. С возможным учетом скидок в зависимости от сроков продажи билетов. Это как отразится? Это отразится по ценам сейчас трудно говорить, но примерно в плацкартном вагоне мы предполагаем, если сохранятся скидки, то есть кроме того, что тарифы будут снижены, мы еще ведем работы по применению скидок к этим пониженным тарифам. Но мы сейчас очень трудно прогнозировать. Но предполагаем, в плацкартном вагоне от Бишкека до Москвы возможно будет стоить 8500 сом. Кстати, как только введут данное новшество, будет проведен мониторинг пассажиропотока для дальнейшего принятия решений. Кроме того, начиная с 2022 года запланировано обновление подвижного состава пассажирского парка и, соответственно, намечен поиск путей финансирования на приобретение новых пассажирских вагонов. Что касается причины для такой приятной договоренности, то оно было предложено президентом Кыргызстана. В данное время сейчас одной из основных задач ГПНК «Кыргызтемиржолу» является это понижение цен на билеты. Сейчас в данное время у нас ведутся работы с российскими коллегами, с казахскими коллегами. Вот недавно приезжал, вам известно, недавно приезжал президент российской железной дороги Белозеров, встретился с нашим президентом, и наша сторона, наш президент уважаемый, предложил, чтобы они применили у себя на территории понижающие коэффициенты, чтобы снизить стоимость проездному документу. Стоит отметить, что взаимодействие по вопросам межгосударственных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом проводится на постоянной основе в рамках Совета по железнодорожному транспорту. Уже инициировано оформление проездных документов в билетных кассах Кыргызтемиржолу на пассажирские поезда внутригосударственного сообщения казахстанских, российских и белорусских железных дорог по их внутренним тарифам. Данный вид услуги будет доступен с сентября текущего года. Сотрудники Кыргызтемиржолу надеются, что это будет хорошей помощью для кыргызстанцев, так как пока многие граждане ездят именно в Российскую Федерацию на заработки. Айзада Урумбаева, Нурдан Сергеев, «Пирамида».